Итак, ТИК В-909РХ, дека сильно пострадавшая в результате неквалифицированного любительского вмешательства. Но удалось наконец-то с третьего подхода аппарат восстановить. Установить новые тормозные механизмы взамен отсутствующих по исторически сложившейся традиции великой раскопки археологами древности, которые вмешивались в работу по протяжке этого аппарата. Итак, новые тормоза изготовлены из специального материала. Также нестабильно работала кнопка воспроизведения в реверсе. Она тоже заменена. Отрегулирована подмотка до состояния нормы. И теперь аппаратик пляшет и поет как надо. Много было вмешательств внутри. Пришлось менять идлер, ролики, мотор, подмотки, перемотки. Кроме идлера, много было других проблем. Индикатор изготавливать новый. Был закуплен новый индикатор с новой платой, с новым управлением. Новые светодиоды установлены. Старый пришел в негодность. Уровень записи здесь вы видите высокий, потому что кассета BASF Reference Maxima. Эта кассетка писалась мной на Камичи 700ZXL с уровнем плюс 7, плюс 8 дБ. Эта кассета позволяет держать высокую перегрузку, лента референсная, и устанавливает низкий уровень шума таким образом. Слушаем воспроизведение записи с винила, сделанной на этой деке на Камичи, на деке ТИК В-909. Его собственные записи звучат тоже вполне прилично. В предыдущих роликах можете их видеть. Послушаем эту запись, которую ТИК нам сыграет в реверсе. Поиск по паузам аппарата. Мотает он теперь быстро с новым двигателем. И тормоза работают, как видите, адекватно.
еще раз работу механизма в прямом направлении. Головка настроена туда и обратно одинаково. We'll be right back.
все, наконец-то ремонт завершен. Длительный и очень геморный этой перекопанной деки, которая покопалась, видимо, несколько больших любителей. Но удачное завершение сложного ремонта и получение нормальных характеристик от аппарата, как при воспроизведении, так и при записи, не может не радовать. Чего и вам всем желаю. Пока.